Привет, Вовчик. Ты где? В консерватории. Сегодня какое событие? Открытие музыкального сезона. Ну и мы, конечно, как завсегдатые таких штук, не могли пропустить, да? Правда, билеты сегодня у нас не очень, амфитеатр вот. Так это выглядит. Ой, кого из композиторов на стене ты знаешь по памяти? Шуман. Второй. Шопен. Да. Ты всех в лицо, да, знаешь? А справа кто? Вот этот в берете кто? Вагнер. Вагнер. Римский Корсаков, да? Да. Ага. На органе будут играть, думаешь? На органе будут играть? Нет. Почему? Не знаю. Второй вариант. Мне кажется, будут. Thank you.
оценивать концерт? Как вам понравилось? Что понравилось, что не понравилось? Вот эта колонна. Мне понравилось, это все красавцы. То есть из оперы там много, да, было? Травиата, там Фигаро. Какие еще оперы были? Сивильский, да? Сивильский. А где мы обычно эти оперы слушаем? Музыкального театра имени Чихачева. А сегодня почему в консерватории? Потому что такой театр. Открытие сезона, потому что, да? Вот так нас встречает зима, Москва, красавица. А знаешь, куда мы дальше пойдем? Гулять. По какому бульвару? Никитскому? По Никитскому бульвару, точно. Добавим немножко Москвы вам в ленту. По-моему, Москва прям красавица. Владимир Иванович, а вам как, Москва нравится, начиная? Да, нет, только, мне все нравится, только машины. Машины не нравятся? Ну, машины всем не нравятся, но когда-нибудь Собянин найдет на них управу. Владимир Иванович, вот из всех церквей, вы церкви какие выбираете? Католические, православные или англиканские, или, может быть, исламские какие-нибудь? Какие? Такие вот готические, гигантские мне тоже больше нравятся. А какие у нас? Помнишь, у нас в Москве есть парочку таких, да? Да, у зоопарка. У зоопарка самая крутая, согласен. Вот это такая в Брюсон переулке. Ну расскажи, какие нас невзгоды предостерегают на пути к ней? Она ограждена всеми бригадами. Да, кругом по настрою гады всякие, разных барьеров. Вообще Москва — это город жлобов сейчас, современный. Весь в шлагбаумах, в перегородках. Мы просто не можем подойти к ней. Поэтому из Брюсова переулка выходим на пара. Вовчик, а как ты читаешь? Вот написано Ростропович, а ты как читаешь? Ростропович. Как? Ростропович. Ра, но даже написано Ро. Ростропович. А ты что, русские что ли? А испанцы как бы прочитали? Ростропович. Ну, он бедолажка весь в снегу немножко, да?